Однажды мы испытывали на прочность гидравлическим прессом человеческий зуб, натуральный человеческий зуб, а также искусственный протез. Натуральный зуб оказался крепче искусственного, он выдержал нагрузку в 600 кг. Искусственный разрушился при 400 кг. В комментариях очень многие просили испытать на прочность гидравлическим прессом человеческую кость. Зуб более-менее просто было достать. Но человеческую кость, увы, не получилось достать. Поэтому для начала испытаем свиную кость. Это тазовая кость свиньи. Одна из самых крупных и крепких костей. Посмотрим, какую нагрузку она выдержит на излом. Как-то не очень-то и много, 89 килограмм. Дело в том, что на тазовых костях есть такое соединение своеобразное, и вот оно является, судя по всему, самым слабым местом. Сейчас попробуем сломать еще вот эту часть. Почти 200 килограмм. Это уже такой более-менее нормальный результат. Но дело в том, чтобы очистить эту кость от мяса, пришлось ее немножко отварить. И я думаю, что это могло изменить ее механические свойства в худшую сторону. Поэтому испытаем еще парочку косточек. Как вам такая кость динозавра? Вес 5 килограмм. Это бедренная кость быка. Мне с трудом удалось ее очистить от мяса. И все равно где-нигде остались красные пятна, которые не очень любит YouTube. Поэтому придется их немного замазать при монтаже. Одну кость мы испытаем на излом, а с другой вырежем часть и попробуем раздавить ее вдоль. Ну чем же разрезать такую кость? Явно ножом не получится. Придется резать пилой по металлу. И хорошо, что я решил это делать на улице. Потому что запах был, честно говоря, не очень. Кто знает запах паленой кости? Это запах, который можно часто снюхать в стоматологии. Только здесь он намного-намного более концентрированный. Теперь можно посмотреть, как устроена кость. Твердая наружная оболочка, внутри которой находится костный мозг. Ее толщина немногим уступает толщине моей руки. А вот эта вторая кость даже имеет большую толщину, чем моя рука. Честно говоря, сейчас будет не очень такое приятное зрелище. Вообще, этот ролик такой не очень будет приятный. Вы меня сами об этом просили.
Эта кость выдержала почти 1500 килограмм на излом. Наверное, это много. Теперь посмотрим, какую нагрузку выдержит кость на сжатие. Почти 5 тонн. Я даже близко не думал, что кость выдержит такую нагрузку. Это вес такого легкого грузовика. Но это лишь был фрагмент. Если бы мы взяли целую кость или ногу и приложили бы такую нагрузку, то, конечно, первыми начали бы сдаваться хрящи и связки. Пишите в комментариях, как вам был такой видос в стиле пилы. С вами был Джон Крамер. Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещаю, моя работа будет продолжена. Ты думаешь, все закончилось? Ничего не закончилось.